Че, здорово? Чем нас интернет отличается от реальной жизни? В интернете нахуй посылают, а в жизни могут пизды дать. Так вот, есть у нас такой чувак. Вообще, с чего началась история? У нас есть очень клевый чат в Телеграме. Будет ссылка, как блогер делал, ссылка в описании, вот где-то здесь появится. Вот, ссылка на наш чат, мы там общаемся, делимся информацией, обсуждаем события различные, вот. И там есть крутой чувак Рустем, он пообещал приехать прямо из Питера и надавать мне пиздюлей. И сегодня он приехал, и, соответственно, сейчас где-то ходит, разминается, вот, готовится. Сейчас покажу, что из этого получится. Вот, и если кто-то хочет приехать дать мне пиздюлей, пишите в комментариях, приезжайте, я всегда рад. Буду это снимать на видео и выкладывать у нас в группе. Кстати говоря, Рустам очень правильно настраивается на схватку. Он сейчас работает с психологом. Вон он, Рустам работает с психологом, чтобы не испытать горечь поражения. Вот. Но, кстати, если он меня накостыляет, я просто нарежу, так вот, чтобы было как будто я ему. Ну, либо вообще не выложу. Вот, а его забаню потом, чтобы что? Ну, чтобы он никому не рассказал, что все было на самом деле не так, как он рассказывает, а всем буду рассказывать, я крутой, я всем нахуярил. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты, вот. Сейчас будет самый мерзкий момент в этом видео. Приехал. Дай зеркало. Я на узкое скажу. Отойди надо? Чего пизды дать? Ты боишься? Нет, я заряжен. Я видел, ты работал с психологом. Да. Я сейчас полтора часа провел, он меня готовил к схватке. Пиздуй переодеваться. Хорошо. We'll be right back.
показал ему, кто в хате хозяин, ну, чтобы он особо не грустил, дал ему поработать. Вот Рустем мне два рычага сделал, ну, а потом поехал в Питер. Вот, через месяц приедет еще раз, очень извинялся, сказал, ну, научится бороться и покажет, чему он научился.